Зал полон детьми. Первыми на сцену выходят самые маленькие воспитанники музыкальной школы. Еще дошколята они занимаются в группе раннего развития. Свои таланты продемонстрировали ученики фортепианного отделения, струнно-смычкового и народного. Вместе с педагогами они исполнили детские песни и произведения Валерия Золотарева, Евгения Дога, Петра Чайковского, Луиджи Боккерини и Иоганна Штрауса. Мне понравилась пьеса «Сорока» и как играла на пианино моя подруга. Очень здорово, что мы, находясь в лагере, посещаем такие концерты. Юные зрители прониклись живым исполнением классики. Возможно, кто-то из них уже решил для себя начать заниматься музыкой.